1 минус 1 девятая, 1 минус 1 шестнадцатая и так далее, 1 минус 1 сотая. Пишите в виде несократимой обыкновенной трубы. Это совсем легко. Просто 4 четвертых умножить на 8 девятых, 15, 16. Да, да. Там довольно много будет множителей. Так что это не так просто. Ответ. Сказать, какой будет ответ, да? Какой? Там закономерность узнаменатель. Очень хорошо. Ответ у вас есть? Нет, пока еще нет. Вот пусть будет ответ. Повторяю. 1 минус 1 четверть умножить на 1 минус 1 девятая, на 1 минус 1 шестнадцатая и так далее, и так далее. 1 минус 1 сотая. 11 двадцатых. Ну, замечательно. Доказать. Ну, я посчитал, сократилось. Ну, а ты умеешь это объяснять? Да, 3 четвертых. Что такое 1 минус 1 девятая? 8 девятых. Потом 15 шестнадцатых, потом 24 двадцать пятых. 35, 36, 40, 41, 89, 90, 99. Отлично. Господа, неужели вы не понимаете, что такое 2×2? 4. Смотрите внимательно. Х квадрат минус 1, а то х плюс 1 на х минус 1. Есть формула такая. Когда из числа вычитаешь единицу, это то же самое, что перемножить предыдущее и последующее число. Здесь у нас будет 5 на 7 делить на 6 плюс 6. 6 на 8 делить на 7 плюс 7. Сосед, получается ответ n плюс 1 делить на 2n. Именно, конечно. N плюс 1 делить на 2n. Я уже напишу. Значит, 2 делить на 7. Так, давайте я все-таки объясню, как здесь что сокращается. Смотрите, тут 9 и 9 сокращается. 8 и 8. Понимаете вы, что вот так вот сокращается? 5 и 5, 5 и 5. Сергеевич, просто большое количество крестов. 6 плюс 6, совершенно верно. Проходим сначала вот так в одном направлении, 4. А потом проходим вот так. Мы забыли еще одну сделать. 13. А, конечно. Чуть-чуть забыл. Я работаю. Уничтожаю. Внутри все вообще исчезнет. Что остается? Остается вот эта двойка. Остается вот эта вот десятка и вот это вот число 11. Значит, а в общем виде это будет n плюс 1, двойка и число n. То есть если вот это вот у нас было 10 в квадрате n, а в общем виде будет. Идея понятна? То есть если вы распишете произведение не до 10 в квадрате, а до n в квадрате, то ответ будет вот такой. Все понятно?